Процесс идет. Грузимся по полной. Спасибо, Новая Украина. Завтра едем в Донецкую область, Константиновский район, на самые смачные села, которые нас очень ждут. Даже тому минимальному, что ты им привозишь. Они рады, что их не забывают. Потому что многие из людей считают, что их бросили здесь на передке и выживайте как хотите. Это не так. Я знаю много организаций, много государственных организаций, райадминистрации, военно-гражданских администраций, которые возят, которые раздают продукты.